Всем привет! Сегодня готовлю кизиловое варенье. Итак, бабушка Рая нам послала вот такие 4 упаковки кизила. Спасибо ей большое. Теперь мне нужно отобрать более крепкие и крупные плоды, желательно одинакового размера для варенья. Остальное пойдет на компот. Вот, я отобрала. Получилось 2 килограмма таких плотненьких ягод. И по полкилограмма на компот. Все маленькие некрасивые пойдут на компот. Хорошенько промываем. Несколько раз, значит, сливаем воду. Пока стекает вода с ягод, буду делать сироп. На килограмм, ягод получается килограмм сахара. Значит, у меня 2 килограмма кизила. Буду добавлять 2 килограмма сахара. И 2 стакана кипятка. Все хорошенько перемешиваю. Ставлю на плиту и мешаю, пока сахар весь не растворится, но не кипячу сироп. Как только сахар растворился, добавляю кизил. Слегка перемешиваю аккуратно. Довожу до кипения и сразу выключаю, оставляю на всю ночь. Вот так вот он у нас постоял всю ночь. Будем второй раз доводить до кипения. Вот эту первую пену я не убираю. У нас бабушка Рая не разрешает первую пену убирать. Вот, будем убирать со второго кипячения. Итак, варенье закипело второй раз. Даем закипеть 2-3 минуты. Нам надо обильно, чтобы оно закипело, и сразу выключаем. Дальше нам надо вот так вот всю миску потрясти, чтобы пена собралась посередине. Убираем всю эту пену. У кизилового варенья очень много пены собирается. Ложкой лучше не мешать, лучше вот так вот трясти все время. Дальше нам надо ее оставить на 3-4 часа отдохнуть. Прошло 3-4 часа. Заливаем соком половины лимона, чтобы сохранить цвет. И ставим кипятиться третий раз. Третий раз то же самое. Закипело наше варенье. Точно так же кипятим 2-3 минуты. Как только обильно закипит, вот так вот обильно закипело, выключаем. И снова даем отдохнуть 3-4 часа. Собираем всю пену обязательно. Итак, ставим четвертый раз последний. Снова также даем обильно закипеть и выключаем. Проверяем готовность сиропа. Значит, берем чайную ложку сиропа, наливаем на холодную тарелку, даем чуточку остыть. Дальше проводим пальцем посередине. Если линии не сходятся, значит варенье готово. Еще можно проверить по кипению, понять, если оно кипит не посередине большими пузырьками, вот сейчас показываю, а мелкими повсюду, значит варенье готово. Поначалу может казаться жидким, но в баночках оно еще загустеет, потому что в кизиле очень много пектина. Оно в любом случае загустеет. Покажу вам в баночке, когда остынет. Дальше собираем всю пену и раскладываем в баночки, пока горячие. Хочу напомнить рецепт, пока раскладываю в баночки. Значит, 4 раза доводим до кипения. Первый раз оставляла я на всю ночь охлаждаться, пропитаться сиропом. Остальные 3 раза по 3-4 часа оставляла отдыхать и просто доводила до кипения. И все. Очень легко и просто. В итоге получилось вот такое варенье.
Вот на тарелке может показаться жидким. Покажу в конце, когда остынет. Очень вкусное и красивое варенье. А вот уже оно остыло. Если перевернуть банку, видно, что оно очень тяжело опускается. Это значит, что уже желировалось варенье. Даже желатин не надо добавлять. Получается очень вкусное варенье. Попробуйте. Расскажу вам, как сделала компот. Значит, у меня осталось килограмм кизила, по 500 грамм в каждую 3-литровую банку. Промыла хорошенько. Вот так вот засыпаю баночку. Песок в банку не добавляю, потому что сахар неравномерно распределяется. Поэтому я в кастрюле отдельно залила 2,5 литра воды. Предварительно измерила, сколько у меня пойдет на это количество, значит, кизила воды. Добавила туда 2 стакана сахара, дала закипеть сиропу. И вот так вот потихонечку заливаю теперь в банку сироп. Чуточку даю, чтобы баночка нагрелась, чтобы не лопнула. Дальше добавляю остальной сироп. Баночку я предварительно не стерилизовала, потому что поставлю на стерилизацию, все равно там все простерилизуется. Поэтому и весь сироп сразу не залила. Дальше кладу в горячую воду в кастрюлю. Надо постелить обязательно на дно какое-нибудь полотенце. И ставлю баночку стерилизоваться. Как только вода в кастрюле закипит, полчаса буду стерилизовать. Прошло полчаса, достаю баночку и сразу закрываю крышку. Достаем аккуратно, закрываем плотно и переворачиваем. То же самое проделываю и с другой баночкой. В итоге у меня получилось 2-3-литровые баночки компота. Вот поставила остывать. И 2 килограмма с лишним варенья. Вот тоже у меня остывают. Ну, а у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Не болейте, подписывайтесь. Пока-пока.